Действительно, Минпром у нас в Российскую Федерацию сегодня стал экспортером номер один. 6 миллиардов долларов, и за прошлый год они обошли Минсельхозпрод с продуктами питания. Это четверть нашего экспорта. Но в системе Минпрома из этих 6 миллиардов есть большая шестерка, как мы ее называем, которая занимает 4,5 миллиарда. Это миллиард БелДжи, легковые автомобили, БМЗ и БелАЗ по 900 миллионов, МТЗ и МАЗ суммарно 1 миллиард и Горизонт 0,5 миллиарда. Фактически на сегодняшний день рост за 2 года экспорта ровно в 2 раза. Ну вот чтобы тут про Китай сегодня очень много говорили. За 2 года в Россию Китай импортировал техники, ну вот самая такой, скажем, конкурентная позиция, о которых мы спорим сегодня, на 8 миллиардов долларов. Наш Минпром увеличил экспорт на 3 миллиарда. Ну вот при сопоставимости стран, экономик и всего остального, Беларусь единственная страна сегодня, которая с Китаем на российском рынке, по крайней мере, сохраняет свою нишу. Та же Турция. Небольшая Беларусь всего лишь на 1,5 миллиарда в общем товарообороте с Россией уступила Турции. То есть они на 3-м месте, мы на 4-м за прошлый год. За счет чего мы можем остаться в рынке, сохранить свои ниши и даже прибавить? В идеале, здесь уже во многих докладах это звучало, нам нужно понимать свои объемы продаж своей продукции по сегментам. На горизонте 5 лет, это идеальный, конечно, вариант. Первый декрет о единой промышленной политике, который подписали президенты 29 января. Второе направление, где мы можем добавить и с точки зрения объемов, и с точки зрения экономики найти добавленную стоимость, уменьшив влияние посредников, это единые мультибрендовые центры. 8 утверждены решением правительства, 3 фактически готовы, 5 до конца 2025 года будет введено. Это города-миллионники, конечно, крупные опорные точки. Дальше губернаторы из городов поменьше на 600, на 800 тысяч просят, что ну, нам не надо, допустим, вот этот ваш большой центр, дайте нам поменьше просто сервис, ремонт и запчасти. Все. Поэтому на втором этапе мы сделаем, ну тоже на уровне правительства, сейчас мы такую проработку ведем, это ну, уже не мультибренды, ну скажем так, сервисные центры, но мы их тоже будем знать, понимать и обеспечивать там полную номенклатуру соответствующих компонентов. Губернаторы об этом просят, для них это ну, задача номер один, чтобы дальше продвигать нашу технику и наши закупки. Дмитрий Николаевич, это нельзя откладывать. Во второй эшелон, как вы сказали, мы потом во втором... Это параллельно году. Идет, Александр Ильич, вся работа. Случае. Надо сейчас. Почему сейчас? Губернатор, наш партнер. Вот они мне говорят, Александр Ильич, вы дайте команду своим, мы там выделим место, мы это за это. То есть я вижу их интерес. И они готовы навстречу идти. Возьмите это на контроль. Потому что продавать без ремонта нашу технику, ну это дискредитировать себя. Поэтому надо сервис обязательно. Трактор туда поставил, следом сервис. Надо сейчас, момент. Если мы это отсрочим, крупных вот создадим в городах, а завтра там малых, ничего так не получится. Туда с опережением придут другие. Третье направление. На мой взгляд, тоже, если у нас тут будет в итоге выстроена системная работа, даст очень хорошую добавку, это российские госкорпорации. Здесь же, вот в этом блоке, отмечу и необходимость координации работы с российскими специализированными ассоциациями. Главная квинтэссенция вашего выступления в том, что любой вопрос в России можно решить на уровне региональном. Ну, то, о чем я говорил. Губернаторы готовы идти навстречу. Сейчас на всех уровнях отмашка. Губернатор проезжает, он с нами готов любую программу делать. Давайте делать. Но это от них зависит. Опять же, я говорю, чтобы не сидели здесь. Приехали в посольство. Это второе правительство у нас в России. Приехали в посольство и подскажешь, и поможешь, и кого-то пошлешь, если надо. И губернатору позвонишь. Они нормально к нам относятся, и тем более к послу. Но надо шевелиться, надо разворачиваться. Огромное количество возможностей. Да, есть там пару вопросов моих. Я готов их поднимать на уровне президента и обсуждать. Но в основном это вопрос правительства. И сейчас, в моменте, их надо решать. Я хотел бы начать, наверное, с вопроса, который вы поставили уже сегодня в ходе совещания. Значит, а чего не хватает для качественного рывка?
Вопрос понятен, ответ на него простой. Не хватает инноваций и научного вклада. То есть статистически вроде неплохо. У нас удельный вес отгружаемой инновационной продукции 46,5%. При задании 33,5%. То есть выполняем и перевыполняем. Но президент прав. Действительно, за этими цифрами реально новой для мира продукции нет. Я как-то выдвигал это предложение, оно, наверное, радикальное, с ними не все согласны, и вот ученые не согласны, и председатель президиума Академии наук не согласен. Но надо менять структуру взаимодействия науки и промышленности. У нас есть отраслевые институты, то есть в структуре науки есть фундаментальные институты, есть отраслевые практические центры, как они называются, научно-практические центры, там механизация сельского хозяйства. Есть институт, Объединенный институт машиностроения. Почему они работают в отрыве от производства? Ведь в советское время была отраслевая наука, которая нарабатывала новые решения технологические, конструкторские решения и передавала, значит, на производство, которое их воплощало. Так я вот предлагал, давайте мы хотя бы в порядке эксперимента ряд институтов, практически или центров, отдадим тем, кто реально должен пользоваться плодами их труда. Ну, тот же институт машиностроения. Вот они сейчас не знают, чем заняться. Принесли новую программу, значит, мероприятие. Будем изобретать электроспорткар. Кому он нужен? Так давайте мы, может, эти кадры, которые там работают, ну пусть это будет, как сейчас на Западе говорят, дизайн-бюро, которое будет работать на интересы Министерства промышленности и выполнять те задачи, которые нужны отечественной промышленности. Ну, наверное, других путей нет, а надо использовать тот потенциал, который есть у нас сейчас. Задача номер один для промышленности на конец текущей пятилетки и на следующую – это форсированное индустриальное развитие. Экономика в течение ближайших лет будет объективно испытывать дефицит кадров. Поэтому решение только одно – это повышение производительности труда и модернизация промышленности. Значит, что такое стратегия для нас развития промышленности? Это простые вещи. Это выручка, себестоимость, качество, продажи, кадры и создание новых производств высоких технологических переделов. Я буквально штрихами по каждому из этих направлений. Значит, выручка. Ключ к повышению выручки – это повышение загрузки производственных мощностей. Сейчас их средняя цифра по палате 60-80%. Но опять-таки посмотреть вглубь, если автобусы, ну или пассажирский транспорт, это выше 100%, то подшипники это 12%. Себестоимость. Ключ к снижению себестоимости – это осмысленная локализация. Подчеркиваю, осмысленная. Да, у нас реализуются ежегодные программы локализации, 63% уровень достигнут, но он недостаточен. Считаем здесь целесообразным заимствовать российский опыт. Это господдержка, которая предоставляется только при достижении определенного уровня локализации. Значит, Дмитрий Николаевич сказал очень важный документ, который подписан президентами наших стран. Это декрет о взаимном признании технологических операций. Продажи. Ну, здесь много было сказано, я не буду повторяться, уважаемый Александр Григорьевич. Значит, здесь по российскому рынку Дмитрий Николаевич практически все разложил, здесь все правильно. Дальняя дуга. Мы утвердили программу по развитию сотрудничества Беларуси со странами Африки на 2024-2026 год. Какая ее цель? Цель восстановить максимальный объем экспорта Беларуси, который когда-то был в этот континент, это 410 миллионов долларов. И затем выйти в 2026 году на 600 миллионов. Для этого определены точки, страны и так далее. Но кто из вас сколько раз там был? Значит, задачи сформированы по годам в разрезе всех отраслей. Спрос будет за это жестокий, если не сказать жесточайший. Мы, Александр Григорьевич, 20 марта на заседании президиума детально рассмотрели вопросы экспортных поставок Минпрома в Россию, на дальнюю дугу и так далее. Разобрали все проблемы, недостатки, скорректировали планы. О перспективах. Значит, все мы понимаем, что коренное и качественное преобразование промышленного комплекса идет только через инвестиции и инновации. В этих целях Минпромом наработан ряд проектов модернизации и строительства новых мощностей. Предлагаю что? Сделать единую программу модернизации промышленности и поставить на контроль в правительстве. Закономерный вопрос. Какие направления развития промышленности правительство видит до 2030 года? Они следующие. Микроэлектронная промышленность. Значит, здесь программа соответствующая принята, новые технологии, которые мы обязаны создать, понятны. Значит, мы взяли на себя в этом тандеме с Россией самый сложный, наверное, вектор – это развитие электронного машиностроения.
Второе. Развитие электротранспорта. На днях мы завершили поставку техники в рамках двух пилотных проектов в Жодино и Шкловском районе, в рамках которых создали необходимую инфраструктуру и перевели пассажирский транспорт на электрический. На очереди Новополоцк и далее по стране. Что касается, Александр Ильич, качества. Важнейший вопрос, он сегодня и в повестке совещания, я уже завершаю свой доклад им. Да, мы имеем соответствующие программы внедрения систем управления качеством, от простых до сложных цифровых. Сейчас на рынке их предостаточно. Поэтому в правительстве будет принята соответствующая программа автоматизации этой деятельности, автоматизации систем управления качеством. Ну и последнее. В республиканском плане мероприятий по проведению года качества прописаны все отраслевые мероприятия с конкретными индикаторами и целевыми показателями. Но этой работе будет грош цена без жесточайшего соблюдения на самих же предприятиях необходимых АЗОВ. Практически у всех у вас есть заместители по качеству. Чем они занимаются, это вопрос, который мы будем задавать в самое ближайшее время. Ну и повторюсь, Александр Ильич, все задачи, которые правительству и вертикали поставлены, сегодня они будут реализованы. Доклад закончен. Спасибо. Уважаемые друзья, чтобы мы понимали друг друга, и вы понимали мою позицию, время непростое. И то, что мы сегодня в таком ключе имеем возможность обсуждать задачи на перспективу, тактические, стратегические, говорит о том, что сделано немало. И я вам благодарен за то, что сделано всем тем, кто прибавлял это время. Но суть заключается в том, что сделанного мало. Все, что мы достигли, спасибо, хорошо, но это крайне недостаточно. Вы сами об этом говорите, обсуждая проблемы друг с другом у министра, может быть, и в правительстве, но чувствую, что маловато вы встречаетесь вместе в правительстве, обсуждаете те проблемы, которые стоят перед вами, перед всеми нами, хотя все требовали больше полномочий. Ну вот вам полномочия, действуйте. Экономика в ваших руках, сидящих здесь и в правительстве. Ну плюс новые, другие сектора, представители, руководители сельского хозяйства и других. Действуйте. Вы же просили полномочий. Передали новую конституцию, приняли. Поэтому еще раз говорю, сделано немало. И то, что наше государство и наш народ не ощущает этого дикого давления, на которое рассчитывал Запад, вводя эти санкции, это ваша заслуга. Этого сегодня мало. Поэтому давайте решать хотя бы те вопросы, которые лежат на поверхности. Если Турчин говорит, что ему сегодня нужны 700 единиц какой-то техники, значит, умереть надо, работать круглые сутки, но произвести не только ему, всем и отдать эту технику. Я уверен, если бы мы часть техники, которую вывозили и прятали в России или еще в каких-то дилерских центрах, что делать преступно, если бы мы здесь предложили, нашли механизм, то купили бы люди. Крестьяне произвели бы продовольствие и продали на внешних. То есть опосредованно через другие товары мы бы реализовали на внешних рынках. Вариант? Вариант. Поэтому садитесь в правительстве и обсуждайте эти вопросы, принимайте решения. Не получается? Вносите предложение. Да, тяжело на внешних рынках. Их нет свободных. Поэтому надо настроиться не на десятки тысяч продажи нашей техники, а по два, по три, по четыре, по пять, а потом и до 3000, как Пархомчик, дойдете. Уважаемые друзья, мы с вами провели серьезный разговор по примерно всем проблемам, которые сегодня стоят перед промышленными предприятиями. Каждый из нас должны видеть цель, задание. Там, где нужно, возможно, нужны конкретные, нужны задания. Нарезал, человек будет знать, вот это я сделал, все. Еще раз подчеркиваю, мой опыт, нам этот рынок подкинули те, которые с нами конкурируют. Вот, пожалуйста, рынок, свобода, что спрос, предложение все отрегулирует.
Никогда, нигде, на всех этапах моей президентской жизни ничего рынок не отрегулировал. Везде мы вмешивались. Господи, не знаю уже, чем закончится эпопея с регулированием цен. Но если правительство не провалит, это будет уникальная операция в рыночной, так сказать, экономике. Нас пугали, что завтра будет дефицит, что это обвалится, то обвалится. Что обвалилось? Какого товара на прилавке нет? Все есть. Производство не работает? Реагируем. Пройдет год, полтора, два, мы это все урегулируем. Это же все непросто. Но это самое сложное в этой так называемой рыночной экономике, урегулировать цены по всей стране, что будут приезжать учиться у нас. Но нам надо это выдержать. Нам это не простят те, кто нам подкидывал свободный рынок. Я агитирую вас за то, что разумно, не спеша, надо вернуться к конкретным производственным заданиям, хотя мы никогда в большом смысле слова этого, от этого не уходили. Но где-то все это забросили, выбросили. Поэтому должны быть конкретные задачи. Директор должен понимать, вот это я сделал, это моя зарплата, это моя премия, только чтобы деньги назад пришли, дебиторская задолженность, не висела там черт знает где. Вот это он получил, медали, ордена и так далее. Надо к этому вернуться, чтобы директора не были у нас такими мальчиками для битья. Собрались, на них все взвалили, поругали, разошлись. Все, он должен быть и пошел. По-человечески. Поэтому у нас с вами состоялся серьезный разговор. Я очень хочу, чтобы вы сделали определенные выводы из этого разговора. И если вы, услышав что-то полезное, будь то у посла России, будь то у премьер-министра, завтра же обратились к вице-премьеру, к министру и сказали, что вам это интересно, помогите то или иное сделать. Если кто-то не сделает, проинформируйте меня, пожалуйста.